Всем привет, и мы продолжаем проходить Atomic Heart, Атомное сердце. Ребята, играла давно, сейчас буду опять привыкать, насколько игрушка динамичная. Так, хорошо. Здесь я все смотрела, вроде бы так управление немножко помню. Ладно, пошлите дальше. Мы вроде бы... на какую-то новую территорию выходим. Так, от кого? Глава поселения обслуживающего назначения. Кому? Начальник клуба. В следующий понедельник. Кстати, торжественный запуск коллектива 2.0. Однако, в связи со сменой расквартированных в деревне сотрудников отправиться на ВДНХ могут не все. Поэтому организуйте празднование на местах. Распорядок дня следующий. Конец рабочего дня, сбор в активном зале, лето поля. Все понятно. Дурдом с испанцами. Полина, у меня очень странное сообщение. Помнишь, Аркадий вырастил быка на полимерном корме Геракла, который был размером с дом? В газете еще писали. Так вот, эти фотографии с животными как-то утекли наружу, попали внимание к испанским животноводам. Да, я не шучу, к испанским животноводам. Короче, они хотят у нас для своей корриды, или как там она там называется, заказать таких вот гигантов-быков. Мол, дружба народов и все такое. Я не знаю, кому писать и что вообще думать, но, возможно, это кого-то из начальства заинтересует. Сама в шоке. Поняла. Так, у нас новая локация. Мы выходим куда-то на улицу, я вижу. Так что... ага. Ага. Ближе к главному входу Вавилона по линии следует поездов Маглев. Распорядок. Угу. У меня участки начала расти какая-то гадость. Буквально вчера ночью. Похоже на, не знаю, злой баклажан. Аж кворчит, жрет клубнику, вообще ведет себя непристойно. Я, как человек от растений далекий, волнуюсь. Мое дело корова. Узнаю, можно ли прислать кого-то из пестицидного, чтобы он брызнул в рожу этой брокколи, заглянувши чем-нибудь покрепче. Только так, чтобы моя Виктория не пожухла. Может, это сорняк ядовитый, хуже борщевика? Ой, не знаю, не знаю. Так, а это у нас щит. Все. Ладно, пошить вперед. Давайте смотреть, что у нас. О! А чё так сразу? Чёрт, пчёлы! Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Ты в этом уверен? А вот роботы опасны, нет? Вопрос. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Угу. Так, Греф связывает данный регион с экосистемой. Он находится в воздухе благодаря энергии от ветряного генератора. Управление Грифом возможно через терминал. Любая враждебная активность на глазах камеры ромашек приведет к отправке сигнала второго уровня тревоги на ближайшую фабрику для вызова дополнительного подкрепления. Короче, мне типа вообще лучше не попадаться. Я правильно понимаю? Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают?
Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Какой-то глазастый он. Ой-ой-ой. Я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен. Будьте внимательны, майор. Враг поднимает уровень тревоги. Да как так-то? Так он сам на меня напал. Этот робот-то. Так, 160 метров мне туда. Но я бы хотела бы погулять, блин, по территории. Облутать все. Нахрена себе здесь камеры? Вот тут много. По-моему, ко мне кто-то прятался. Чё, кто? А. Ты, да? О! Да как так? Чем ты меня хрена? Вау, вас тут много! Я поняла. Я поняла. В смысле? Да как так-то? Да как так получается-то? Так, минус один. Где второй-то? А, у вас тут много. Я, конечно, такая наглая, может, конечно, пострелять. Надо стрелять. О. Давай лечись, блин. А где... А с них ресурсы не собрать, что ли? Покажите мой путь. Не поняла юмора. Вот, можно. Я же ищу. Опа, блин. В чем дело-то? А где это чудо луковое-то? Так, хорошо. Я потратил до хрена. Ах ты гад. Я потратил много аптечек. И это ой как плохо. Так, они восстанавливают, я поняла. Валим. Валим. И что-то ресурсов я мало с них подсобирала, хочу сказать. Ну, как-то они меня очень жутко спалили. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все. Я должна все плутать. Мне нужны ресурсы. А может дверь закрыть? Функционирование и не подключена к сети. Ой. Центральный узел взломан для предателя Петра. Ой. Я не успела. Центральный узел взломан для предателя Петра. Да как так-то? Ну, живучий. Здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Живучий. В смысле, блин, не пытается? Он только что меня пытался завалить. Так. Блин, такая локация большая. Мне прям тупо бежать на точку и все. Курица. О, вот это робот. Давайте-ка сюда. О, я нашла лут. Да, Хишкин, Матрешкин. Думала, микро выключила случайно себе тут. Прикольные домики. Прям как на дачке в деревне. Класс, я в восторге. Зеленая трава. Ой, здрасте.
По каким-то причинам коллектив перебросил этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую, будьте осторожны. Враги усиливают свою бдительность. Да? А можно закрыть? Закрывай. Зеленая. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Да как так-то, блин? Музыку требую в студию. Я очень хочу. О! До свидания. Здрасте. Так. А чё у вас так много тут? Я не на ту кнопочку нажала, блин. Открыла, блин, дверцу. О, этот черный, это беда. Ну его надо завалить. Его надо полюбас завалить. Я сохранение нашла. Где ты вылупился? Ты еще живой? Охренеть. Можно было втихую его, конечно, попробовать. Вернее, надо было это попробовать втихую. А я взяла, потратила патроны. Ну да ладно. Ну там еще кучка была, но как-то что-то мне не хочется, если честно. Так, от кого? Олежа, ты был прав, никто тут не следит за накладными, все на доверие. Сами себе злобные идиоты. Все, что мне удалось приныкать с последней инвентаризации, я упаковал, Манька посторожит. Меня пока переводят в Павлов. Недели две меня не будет. За это время оттолкни все это барахло фарцовщику. Если я прав, то мы... 1002 рубля выручим. Тысячи две выручим с этого хлама. 1002. Короче, две штуки. Ага. Звание лучшего поселка. А они лучше, ну... Чуть мне с ними бороться не очень хочется. Там их слишком много. О! Как так? А в дом не зайдут? А я могу с другой стороны выйти? Можно я с другой стороны выйду? Нет? Блин, я бы в окошко бы вылезла. Придется выбегать. Ладно, до свидания. Отстань от меня, пожалуйста. Я пошла. Беги давай. Ой, это что за домик? Да отстань ты! Да открывай ты дверь. А! Вот ты надоел-то. Вот это прилетело. Можешь закрыть эту дверь? А я тут была, что ли? А вот ресурсы есть. Нет, почему? А они, кстати, в дом-то не заходят. А у меня ресурсов ноль, если честно. Ну, лечил. А, мне срочно нужно найти сохранение. Придется дробовик взять. На случай ее как-то помирать мне не хочется, потому что я уже так нормально пробежала. Бежим. Отстань от меня, отстань. Отстань. 62 метра. О, о, это что такое? О! Отстаньте. А я наверху. Куда я пробежала вообще? Блин, они прям за мной будут топать.
А в дом не пойдут? Странно. 53 метра. И что-то нашла. Ледяная кассета. И... Беда бедой. Так, что тут есть еще? Холодильник. Закрытый холодильник. Блин, а я не могу выбраться, да, отсюда прыгнуть. Ни хрена себе. Они меня видят? Они меня видят. Там дорога, да? Что-то вас тут до хрена, ребят. А я первый этаж не смотрела. Они меня как будто чуют и идут чисто там, где я. Ну как это еще объяснить? Они же не могут... Ах ты гад! Нет! Уйди, уйди, уйди! Быстрее лечись и валим. Козел. До этого не заходили, а туда шли. Как туда попасть, блин? Где я? Что со мной? О, кошмар вообще. Чё вас так много? О. Камера ромашка. Ясно, спасибо, блин. Мне нужно сохранение найти. Говорит, вы можете тут ходить спокойно. Ага, спасибо, я поняла. Не верю, блин. Что за дом? Серьезно, блин? Либо мне здесь, блин, ползать. Не, я даже не могу время взломать, чтобы этот замок. Эти уроды за мной вернутся. Корова. Понятно? Отстань от меня. Ушел. Там что-то кидает. Так, отстань. Где я? По-моему, я тут была, нет? Закрыто, блин. Аллах раз. Откуда? А, слушайте, я тут пришла, забавно. Пойдемте сохранимся. А почему я не могу назад пойти-то? В чем дело-то? Меня спалили. Так, я должна взломать дом с помощью какой-то ромашки. С помощью камеры, получается, да? Это что такое? Я тут была, да? Да, я тут была. По домам ходит караул. Не заходите сюда, блин. Чокнутые машины. Блин, вообще. Костик. В рот компот, сколько можно ждать? Что за ерунда? Все миленько, но мне нужно. О, давай забирай, забирай, забирай. В чем дело? Я вижу жучок. О, давай. Мне нужны аптечки. Мне нужно, может, мне потихом. Ой.
какой-то он странный робот. Ушел? Иди, иди сюда. Да. В смысле? Как вы в меня попали? Не полаю. О! Ладно. И что за железный монстр? Отстань. Да, отстань ты, пожалуйста. Там какой-то железный тип. Так, курица, отвалите! Отстаньте от меня. Чувствую, мне сейчас придется заново начинать. Здесь дом был. Да в чем дело-то? А, этот. Хана мне. Мне бы сохранение найти, ё-моё, а? Ну, серьезно. Да. Ничего себе, а тебе наплевать. О, а что там за железный еще один такой здоровый, видели? Какой-то новый, блин, появился. Там была дверь с ключом. Мне нужно эту дверь, блин, сломать. По-моему, меня палит. Меня палит, конечно же. Я тут была? Да. А где какая дверь была для взлома? А, подождите, как-то я пропустила. Что такое? Так. А где была дверь с ключом? А, я пробежала тут, потом побежала наверх. Ясно. Так, уйди отсюда. О! Пошел ты. Лечимся. У меня ноль аптечек. Все, хана. Я заблудилась. Где эта, блин, долбанутая дверь была, ей-богу. Так, я тут была. Ни хрена не было. Так. По-моему, меня опять снова спалили. Вот тут, по-моему, была дверь, да? Ихи. Да. Меня жахнут. Ой, это как? Это как? Это чё? Чё это? Чё это тут делать? А, во. Ну? Блин.
Наконец-то. Есть разговор. Чё тут? Серьезно? Я все это время взламывала вот эту дверь ненужную. Найдите выход из деревни. Капец. Чё делать-то? Чё делать-то? Ну, дурак, что ли? По-моему, он меня спалил. Да капец, блин, нет! Только не это! Ужас какой-то. Давай, взламывай. Что? Как это делает? Да твою налево. Отстаньте. Отстань от меня, пожалуйста. У меня вообще ноль аптечек. Кошмар. Хоть по одну бы аптечку бы подкинула. Нет! Капец, нет! Двоих завалило. Ноль. Капец вообще. Дайте мне, пожалуйста. Какая коза меня стреляет? Какая сволочь? Я вообще не поняла. Кто? Какая-то тварь летает. О, вот она. Такая, твою налево. Я сейчас сдохну просто. Кошмар. Где это, блин, сволочь? И они их восстанавливают еще. Ты, падла, в меня стреляет. Встаньте, меня тут нет. Дайте мне, пожалуйста, разобраться. По-моему, кто-то идет. Кто-то идет. Кто идет? Как взламывать-то? А как взламывать? Не поняла. По-моему, что-то начинается.
Ах ты сволочь. Я не поняла, как мне. Да мне нечем восстановить-то. Не могу восстановить, мне нечем, блин. Ох. Сволочь. Сейчас опять восстановят. Нинк, можно к тебе завтра на 9 записаться? Я уже отвратилась. У Людки на свадьбе прическа была, как в рекламе той полив. Вот такую сделай, а? Чтоб утром одна была, а к вечеру другая, и цвет волос бы меняла. На обновлении коллектива, говорят, все будут. И начальство, и чуть ли не иностранцы. Не хочу, как швабра выглядит. Ой, и лак полимовский захвати, а? Чтобы и ноготочки тоже цвет по настроению меняли. Ой, полимеры, конечно, красота. Я вообще не поняла, как... Как мне... Ворота заперты через общую систему безопасности. Ой, ёпарасота. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого — как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство. СДК-2. О! Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его. Так-так. Где мне, блин? Ах ты, гад! Завалят меня сейчас, ребята. Придется мне, блин, по новой. Я все патроны на дробовик потратила. Практически. Это плохо на самом деле. Ай, да что ты делаешь-то? Где эта зараза летает? Кто в меня бахает? Да мимо, блин. Толочь. Ах ты, гад! Нет! Отстань! Не могу я, блин, восстановить. И дверь эту взломать не могу. И патроны у меня заканчиваются. Капец. Туда? Бежим нахрен. У меня патронов мало. На-на-на-на-на-на-на. Я вообще расстроенная, к черту. А туда? А как? Что мне там делать? А как туда-то дверь сломать? Я там нажимала, пыталась крутить. И ничего у меня не получилось-то. Подождите. Сохранение мне надо, блин, ё-моё. Передышки вообще не дают. А чё мне с ним делать? Вот он, валанчик. Ну, привет, приятель. И чё мне с тобой делать? Найдите валан. А чё делать с тобой? О! О! Пистолету. Так, теперь мне надо по-тихому типа спуститься и поближе к ней подобраться. Так?
как бы, что еще у меня остается-то? У меня 103 патрона на пистолет. А я... Подожди. Ой-ой-ой-ой. Интересно, он отсюда уйдет? Зараза ходит тут. Блин. О, а я могу тебя по-тихому? Ну-ка. Не успела. Не на ту кнопку жала. О, капец просто, ребята, они не дают передышки, это просто нонсенс. Здесь кто-нибудь есть? Сохранения тоже ни хрена нету, просто капец. Хоть бы в одном доме, блин, подставили бы, я была бы благодарна. Ничего мне с тобой делать? А, да? Так просто? Ты поднимаешься наверх? Жалко, я на дробовик кучу патронов потратила. Это и есть устройство взлома системы безопасности? Взломать эту систему не так-то просто. Он, кстати, одна лечилка откуда-то взялась. Я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне озера. Видишь, стоит. Анива называется. Подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции работаю, тут деревушка, люди радушные. Ловью под землей, опять же. А его же вместе с самим маяком привезли с Сахалина. Сколько это тысяч километров? 2? Представляешь, он там на море жил, кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. Короче, просьба у меня. Пообщайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост сдал, пост принял. Удачи. Угу. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Серьезно? Куда хочешь, внучок? Бабзина, ты что ли? Бабзина? Я был старух-то. О, да ладно. Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше. Тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот отыщу для тебя какой чертежик. И вам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записаны где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Нормально себя назвала. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Ладно, погнали. А как я туда попаду? Здорово, блин. Ага, он меня спалил. Нет, уйди. Бери свои пушки себе куда-нибудь. О! Слушайте, открыли дверь. Прикольно. Сохранение, дайте мне нахрен сохранение. Больше я ничего не хочу. Ух ты. Ой, а чё игра? Игра пролагалась. Подождите-ка. Там куда-то вниз тропинка, мне надо сюда, в домик, в избушку. Она мне, наверное, пушечку оставила. Чё это? Умывальник. А я территорию не смотрела. Серьезно? Ты серьезно? Отпусти, сучоныш!
Спасибо. Красиво. Это, наверное, бабушка, да? Фу, давно вы так. Чуть не убил меня металлолом долбанный. Вот это механизм. Избушка на курьих ножках прям. Как в сказке. А вот и я, внучок. Привет, привет, Бабзин. Спасибо, Бабзин. Подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Да? Прям вообще меня там ожидает. И лута нету. Какой ящик? Лута нету. Ладно, погнали. И сейчас, наверное, скоро будем заканчивать. Вот она, моя Элеонорка. О, в натуре домик на курьих ножках. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи, присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Мне тоже только ковер. Товарищ Молдов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен? Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект мой... «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ Сечин, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР. Запуск нейросети «Коллектив». Запуск операции «Атомное сердце». Да какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как сослуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня... Вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? А дом-то я тут и не вскрыла, кстати, так. Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Это то, что роботы взбесились, да? Проверки все дела. Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзи. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Ага. Гостиниц забери в углу.
Кадами от валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшков знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Это не Элеонорка, типа? Чё, какой динаматор? Динаматор. А сохранение? Или типа здесь оно автоматом? Ну как у шкафчика. Красивенько. Ну давайте посмотрим, что там у нас. Майор Петри Нечаев. Доступ разрешен. Угу. Так. Доминатор. Во. А что он делает-то? Что ты делаешь? Ну, это тоже шокер. То есть я могу продать вот это свое и купить вот это? Или что? Электро. И тоже там и там электро. Вот, типа вот этот электро более лучше, чем тот. Давайте попробуем разобрать. Пикать. Так. Переместить. Давайте попробуем разобрать электро. Достаточно ресурсов. Создание. 142. Мне не хватит, да? 21. А мне не хватит. Да? Да, мне не хватит. Есть ли смысл мне его сейчас разбирать? Средняя капсула с ней примем. Пускай будет. Все, ребяточки, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.